как вовлечь большее количество людей в спортивное движение. Конечно же, личным примером. Именно поэтому был организован Кубок ОМК по волейболу на призы главного инженера комбината. На площадке руководители структурных подразделений комбината личным примером доказывают приверженность к здоровому образу жизни. Два дня состязаний, 5 команд, круговая система. Это встреча за выход в финал. У сетки сборные сортопрокатных цехов и фабрики окомкования и металлизации. Комбинации разыгрывают начальники цехов со своими инженерами. Время от времени устраивают планерки, тайм-ауты, чтобы сбить наступательный настрой противника. Партии идут мяч в мяч. Долгие упорные розыгрыши, хотя для некоторых этот турнир первый за много лет. Когда последний раз выходили на спортивную площадку и конкретно играли в волейбол? Давно. Лет 10 назад. Как идет сейчас турнир? Довольны собой, довольны результатом команды? Вообще, что вы думаете про этот турнир? Вообще отличная задумка. Результатами команды доволен. Я думаю, победа будет за нами. Прошлый день как прошел? Успешно. Мы выиграли. ОСПЦ уже само по себе сильно. Прогноз верный. Прокатчики в двух партиях вырывают победу у соперников. Но настроение у представителей фабрики остается великолепным, невзирая на то, что на спортивную площадку все прибыли с производственной. Отличная игра. С утра встали, уже были настроены сыграть с командой прокатного производства. Съездили на работу. В 9.15 провели селектор, узнали общую обстановку на комбинате по фабрике. Все работает. Собрались, выехали сюда с ребятами, сыграли прекрасный матч с прокатчиками. Ну, сами видели, сбились до конца, очко в очко. Ну, вот на тайбреке, скажем так, 27-25 уступили. Позитивное настроение, отличные эмоции. Бой за 3-4 места между командами электростолеплавильного цеха и ремонтных служб. Работают бескомпромиссно, цепляются за каждую подачу, за каждый розыгрыш. Но удачливее в двух партиях оказываются столеплавильщики. Финал. Прокатчики против завода управления. Накал борьбы на максимуме, как и поддержка болельщиков. Я в детстве не занимался волейболом, в основном единоборствами. Но, вы знаете, такой хороший посыл вот был создан, создав такой чемпионат среди руководителей, среди ИТР. Да, многие здесь сидящих там вспоминали волейбол, как играли только там в школе, а кто-то в институте. Но, вы знаете, командный дух, вот сплочение такое подняло вообще. На самом деле классно все придумано. А вот на будущие игры, ну не знаю, можно в футбол попробовать, а почему нет? Первую партию на тайбрейке выигрывают прокатчики 28-26. Во второй заводоуправление сразу вырывается вперед 5-0, но упорство производственников не сломать. Постепенно прокатчики восстанавливают наступательный характер игры. И выигрывают вторую партию 25-22. Первое место первого кубка главного инженера ОМК за ними. Вторые – волейболисты завода управления. На третьем месте – команда электростолеплавильного цеха. Призы вручили главный инженер комбината Евгений Носов и управляющий директор ОМК Кирилл Чернов. По тому виду спорта, по которому занимался я в молодости, это гимнастика. Сложно организовать соревнования среди руководителей среднего и старшего возраста. А волейбол – это командная игра, в которой можно проявить как командные качества, так и личную физическую подготовку. Я считаю, что все получилось. Мы получили кучу прекрасных эмоций. Мы посмотрели и доказали, что мы можем работать в команде, играть в команде. Мы будем продолжать эти мероприятия. Мы организуем еще по какому-нибудь виду спорта кубок обязательно. Потому что активность наших работников, она зашкаливает.